Шахматы, наверное. Ну да, как-то странно. Олимпийские игры по шахматам, блин. Стрёмная какая-то хрень, по-моему, должна быть. Мне кажется, что все судьи просто уснут, блин, в Олимпийском комитете, пока будут ждать, как 2 часа какой-нибудь Каспаров рожает следующий ход. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это рубрика «Качаем мозг. Игра Тривиадор». И все, наверное, заметили, кто смотрел предыдущие выпуски, некоторые изменения. Это ее какая-то новая версия. По оформлению, исключительно по оформлению. Я так понимаю, что, ну, может, какие-то, да, тут появились, может, новые вот эти вот приблуды, но я в них и в старых-то особо не разбирался, не говоря уже о новых. Поэтому просто начать игру, сейчас будем играть. Обычная длинная мини-тур дружеская. Тут все по-старому, все как и было. Какая-то миссия на счета, он меня уже этим задолбал, я там что-то какой-то молоток использовать. Обычная игра, начнем с обычной. Начать обычную игру. Очень ничего себе... Выбор базы сразу. Как все быстро происходит, а? Ну, выбор базы осуществляется автоматически. О, даже подписаны, смотрите, области. Якутия, Колыма, Эвенкия. Эвенкия, я честно первый раз вообще слышу в таком слове. А сколько спортсменов представляли Россию на первых Олимпийских играх с ее участием? 34 пусть будет. Стоп. Нет, не может быть. Гораздо больше. 3. 34. 15. 1. А, на первых Олимпийских играх с ее участием всего 3. Я вообще думал, как? То есть Олимпийские игры, например, там идет какое-то соревнование, где в команде много людей. И это значит, что уже больше спортсменов, чем 3. Ну, я думал так. Я вообще не разбираюсь в Олимпийских играх и в спорте. Но это, наверное, заметно и по моему внешнему виду, что я в спорте не разбираюсь особо. Так. Хорошо, я ни черта не получаю. Начало плохо. Сколько часов разница во времени между Ижевском и Москвой? Пусть будет 7. А почему? Я не вижу их варианты, я только вижу, как они вот стрелы выпускают. 1, да? 7, 2, 3. Да твою мать, опять я не получаю. Опять у меня третья позиция. Что, второй раз подряд. Наверное, эта победа выиграна не будет. Это все из-за нового оформления. Понимаете, я просто не могу пока собраться, я еще не готов. Я не могу на это все смотреть и точно так же рассуждать. Как раньше, я немножко взволнован тем, что все так по-новому. Это на самом деле не потому, что я тупой, вы не подумайте. Это все из-за вот... просто смена обстановки. В каком году вышла передача КВН? Ну, я думаю, что 61-й, наверное. Это старая довольно передача. Хотя точно я не... Ничего себе! Я... Ничего себе! Бывает. Причем я даже там не 60-й какой-то ввел, а 61-й сразу. Ну ладно, хоть на КВН не отыграюсь. Ну и что? Ну! А, надо 2 раза клацать, да? Ну, хорошо, давай 2 раза клацать. Так, Урал тоже. Ой, надо было Алтай брать. Блин, Алтай можно было взять. Вот я дурак. Ну ладно, хорошо, взял Урал, тоже неплохо. Блин, какая разница, если подумать? Все равно мы потом... Сколько лучей у звезды Давида? 6, мне кажется. Или 8? Ну ладно, уже как есть. 6! Отлично. Я знал. Я правда не знал. Но я был первым! 6-6-6! Ответ дьяволов, смотрите. Так, хорошо, значит, я получаю две области. Естественно, я их располагаю здесь. Да, новое оформление, конечно, покруче старого. Спасибо, что тем, кто рекомендовал мне его попробовать, оно мне нравится, честно говоря, больше. Все как-то быстрее происходит, ничего не тормозит, вот как раньше было. Я не знаю, зависит ли это от оформления, но прямо резко, вот сразу мы все построились, сразу все началось. И наконец-то начинается игра. Я нападаю и отгоняю вот этого супостата от себя. Давай, поехали. Назовите имя Ханова и вашего с Ермаком. Кучу, Кучияк, Кончак, Кучак. Кучум, Кучияк, Кончак, Кучак. Кончак пусть будет. Мне нравится Кончак. Слово прикольное. Он его Ермаку на Кончак, наверное, за воротник, да, там хорошенько. Кучак, Кучум. Ну ладно, ну не знал, да. Кто это вообще может знать, господи? Только разве что эксперт по каким-то кончакам. Но он, наверное, нападет на Тиеру, правильно? Потому что у Тиеру больше всего очков. Какой из перечисленных спортсменов принадлежит олимпийский рекорд по очкам 6? Оцените этот вопрос. Да нормальный вопрос. Ванесса Болслак, Светлана Феофанова, Елена Исинбаева. Вот я, кстати, бы, наверное, это ответил, потому что это единственная фамилия из всех, которые я слышал. Только поэтому я бы, наверное, тоже ответил Елена Исинбаева. Ну и на кого? Ну и на кого? Да уж действительно. Кто озвучил Матроскина в мультфильме «Трое из Простоквашино»? Юрский, Боярский, Табаков, Миронов. Табаков. Табаков озвучивал, это даже не обсуждается. А, вот ты дурак! Как можно было... Блин, Андрей Миронов... Матроскина вообще слышал, Андрея Миронова когда-то? Ладно.
Ну, хотя, черт с ним, мы можем предположить, что у Андрея Миронова был талант по голосам круче, чем у какого-нибудь Галкина, поэтому... А как традиционно называются безопасные спички с использованием красного фосфора? Я, честно говоря, ну, шведский, допустим, я не знаю. У шведов у них же все безопасно, у них... А, это у швейцарцев, швейцарский банк надежный, я хотел сейчас пошутить. Хачел. Это как будто... я так и говорился, хачел. Как будто это насмешка над армянами. Или еще какими-то такими народностями. Но это не так. Я не расист. По какому принципу Ной собирал животных? Ну, каждой твари по паре же, да? Каждую зверушку с подружкой. Из каждого вида по индивиду. Анюлечка, ты чего прикалываешься? Этот вопрос... Этот вариант был задан чисто, чтобы поржать. Ну, отлично, вот с ним так классно играть, он на нее нападает, она все знает, блин. Давай уже отгоним его, наконец, отсюда, а? Давай. Какой из городов России дал название геологическому периоду палеозоева? Пермь давай попробуем. Я не знаю. Да, Пермь, отлично, хорошо, идет вопрос на цифры. В каком году Цеппелин построил первый дирижабль? Попробуем так. Твою мать, вы это видите? Ха-ха, я мастер в дирижаблях просто. Хотя это не так на самом деле. Ну так что, я хотя бы вперед немножко вырвусь. Сколько у меня сейчас будет? 200 у него, 2300, да? А, 2300, ничья, отлично. То есть, если я завоевал, я же получаю 400 очков, правильно. Значит, могу победить, в принципе. Начинало все отвратительно, но я могу победить, по большому счету. Мне ничего не страшно. Официальная. Мехико, доллар, песо. Песо официальная валюта Мексики. Это 100%. Вот и обломись. Ну, Тиру, ну как ты мог? Какой нахрен доллар? Мексика. Мы не говорим о штате Нью-Мексико. Мы говорим о Мексике. Так. Ну, надо его уже добивать, наверное. Анюлечка мне все равно ничего не представляет угрозы. Плод авокадо. Аллигаторова груша, слоновья груша, обезьянья черепа. А, блин, давай так попробуем. Я не знаю. О, аллигаторова. Ну, это я угадал. Это я реально угадал чисто. Я не разбираюсь в авокадах, во всяких грушах. Аллигаторовых, не аллигаторовых. Все, я хорошо уже вырвался. Итак, остался только последний тур. Сейчас Анюлечка будет нападать. Ей, кстати, нападать неважно на кого, она все равно ничего не выиграет. Но она решила напасть на Тиру. Древняя счетная доска. Древняя счетная доска. Бакин на роллы. Вообще не знаю. Я знаю ролл, что такое. Это роллы, которые там рыбу вот это заворачивают. Там жратва вот такая изысканная. Даже ее один раз в жизни ел. Кстати, мне роллы не особо как-то понравились. Мне вот даже тот же гамбургер лучше съесть какой-нибудь. Ну, 400 очков. Тут просто больше очков, поэтому сюда и нападу. Русские поморы владели искусством резьбы по рыбьему зубу. А что это за рыбий зуб? Моржовый клык, старогарпун, китовый ус, белужий хрящ. Моржовый клык, давай ответим. Отлично. Я не знаю, откуда Анюлечка это знала. Я считаю, что наугад. Сколько фамильных стрел в колчане у самурая? 3 пусть будет. Так, Анюлечка думает. Лук, это она думает, выстрелила, значит, 1, да? А сколько ты ответила? 3, 6. Отлично. Я получаю еще и 400 очков от Анюлечки. То есть у нее 1400, а у меня 3200 сейчас будет. Нет, у меня будет даже, наверное, больше. 1400, а у меня будет... Нет, 3200, правильно. Ну, Тьеру, тебе только теперь нападать на чью-то крепость. И полностью кого-то выбивать. Сейчас уже, кстати... Да, на меня, например. Ну, давай, разбежалась Анюлечка. Сейчас, стоп. Кто режиссер фильма «Птицы» 63-го года? Феллини, Бергман, Хичкок, Орсон Уэллс. Бергман, мне кажется. Хичкок, вот так вот. Я, честно говоря, не ожидал от Хичкока. В прошлой серии он меня очень хорошо выручил с вопросом о Хичкоке. А в этой нет. Я не думал, что у него будет фильм с названием «Птицы». Так, еврейский университет в Иерусалиме. Кеннеди, Фрейтен... Ну, Фрейд, наверное, мне кажется. Эйнштейн. А Тьеру что-то вообще ответил? Вообще ничего не ответил. Битва завершена. Победа. Вот началось неплохо. Я. Так, очень так самолюбиво так написано прямо. Окей. Хорошо. Теперь давай длинную игру попробуем. Начать длинную игру. Смотрите, опять-таки, мы... А, вот теперь уже не мгновенно. Значит, это все-таки не зависит. Значит, я перехвалил новое оформление. Значит, не мгновенно нам дают. Ну ладно, зато мы можем посмотреть, как они пролистываются. Никит, Анастасия какая-то, Кристина, Колено, Неоран. Кто-то будет со мной играть или нет? Я не понимаю, я же такой упущенец прям. Ну хотя, выгляжу, конечно, не фонтан. Так, Никита, Декарт и Суперсударь. Суперсударь, вот это классный ник. Мы выбираем самостоятельно, да? Так, за сколько же я победил? За меньше, чем за 10 минут. Я молодец. Естественно, здесь. Естественно, где-то подальше. Как же иначе? Ну, извини, суперсударь.
Будем тебя с двух сторон буравить. А что делать? Давай на Алтай. Молодец. Завоевание. Как сейчас будет? Сейчас будут обычные вопросы задаваться, не с цифрами, правильно? Точно. Сейчас каждый выбирает себе по территории, потом идет стандартный вопрос. Ну, давай вот на Колыму. Потом идет стандартный вопрос. И кто правильно ответит, получает эту территорию, кто неправильно, тот не получает. Кто из генсеков КПСС продолжительное время возглавлял КГБ? Брежнев, Сталин, Андропов, Хрущев. Ну что, ответим? Правильно, молодцы. Значит, молодцы, точнее, молодец только суперсудья, потому что этот тоже гад ответил правильно. Вот были бы молодцы, если бы ответили неправильно. Не, честно говоря, ну, я надеялся, что кто-то подумает, что это там, не знаю, Хрущев, Сталин. Или третий вариант, который там есть. Я хочу выигрывать, мне понравилось. Мне понравился вкус победы, я хочу выиграть еще раз. Север Поволжье. Поволжье. Какого цвета не бывает минерал гранат? Желтый, синий, зеленый, красный. Ну, честно, я не знаю вообще. То есть, давай попробуем синий. Синий гранат, реально. Причем, не, мне нравится, как синий, зеленый. Зеленым цветом написано синий. Обалдеть. А зеленый написано синим цветом. Потому что у нас у всех разные цвета. Надо было, чтобы суперсударь ответил правильно. И было бы синим цветом написано синий тогда. Потому что суперсударь у нас синий. Алкаш. Он вообще, алкаш реально там сидит, наверное, какой-то. Поэтому он синий цвет же выбрал, не просто так. Хотя, если подумать, он его не выбирал. Ой, ладно. Именем этой царицы называют молочную ванну. Эсфирь, Клеопатра, Тамара, Екатерина. Ну, наверное, Эсфирь. Мне что-то как-то больше с молоком ассоциируется. Молочная ванна Екатерина. Клеопатра, да? Ну, ладно. А так вот, суперсударь разбирается в молочных ваннах. Все-таки не так уж все плохо. Вот это вот, конечно, довольно долгий процесс. Мне кажется, эта игра в основном длинная за счет вот этой разбивки. Это довольно долго происходит. Угу. Поехали. Как зовут сестру доктора Айболита? Татьяна, Варвара, Аленушка, Галатея. Варвара? По-моему, Варвара. Вот мне что-то так прям щелкает в голове, но я в этом не уверен. Потому что я очень давно все это читал. В самом раннем детстве. Вот это да, все знали про Айболита. А, и мне еще так, плюс 200, плюс 400. Так. Еще для пущей экономии времени можно было бы все очки одновременно начислять, не по очереди. Вот как-то в новом оформлении до этого не додумались. А образ жизни, характеризующийся в первую очередь питанием, исключающим употребление мяса любых животных. Вегетарианство. Вегегаторство, я вообще не знаю, что такое, честно говоря. Никогда не... Атеизм вариант хороший, мне понравилось. Так, и... Давай, вот делим сейчас вот эти два куска. Завоевание пошло, сейчас пойдут цифры. Скольким суткам равен один Fortnight? Давай 4 попробуем, потому что Night это ночь, Fort это 4. 14? Блин. 26, 3... Ну я на первом месте все равно, я все равно ближе оказался. Это радует. Я получаю кусок территории вот сюда, да? Мне Эвенкию дали. Может, я Сибирь хотел? Почему мне не вдруг я Сибирь? Сколько островов входит в состав архипелага Филиппины? Давай 5 попробуем, я не помню. Так, все ответили. 7107! 6! И он получает территорию, потому что он ответил не 7107, а 6. Какие все-таки потрясающие правила, если задуматься об этом так серьезно, да? Битва! Поехали! Так. Ну что ж, сейчас будет на. Это действительно будет надолго. Бейсбольный матч делится на ининги, периоды, атемпты, таймы. Ну, таймы там. Там таймы, насколько я помню, тоже, как и в футболе, в принципе. А, ининги какие-то. Ининг, обалдеть. Я представляю себе, смотришь ты какой-нибудь матч по спортивным состязаниям и да, результаты первого ининга, блин. На какой буквой во французском языке никогда не ставится знак циркумфлекс? Что это такое? Блин, я не знаю. Ну, опусть будет, я не знаю. Ну да, наверное, логично, потому что будет создавать как какую-то дурацкую букву непонятную. Ну хорошо, допустим, суперсударь действительно супер, он умнее меня. Так, нападает на меня. Томатная пряность. Базилик, мята, базилик.
Да, это было не очень сложно. И сейчас вот будет вопрос. К какому веку до нашей эры отделилось от религиозных норм? К третьему веку до нашей эры пусть будет. Так, римское право уже четко отделялось от религиозных норм. Отлично, я вот прям в тему ответил, а он ответил в седьмом. Неправильно. Ну, цифра 3, она такая хорошая. С ней частенько угадываешь. Отлично, теперь я получаю 100 очков. А теперь я наконец-то нападаю, да? Да, нападаю. Вот 300 очков есть, область. Поехали. В чем измеряется сила? Ну, в ньютонах, конечно. Блин. Это сила тока, это работа, а это напряжение, а это сила. Я помню физику до сих пор, в принципе. Более-менее. По крайней мере, ее основы помню. Я, конечно, не процитирую все эти, там, правила буравчика, правую в левую, там, я не помню, какой палец, там, что правило правой руки. Единственное правило правой руки, которое я знаю, это то, что ей можно... Ладно, плохая шутка. Как называется старинный французский грандиозный танец, названный так вследствие своих мелких па? Минуэт. Да. Тут тоже не особо сложно, потому что это явно, ну, не канкан. Страна в Талан, Шепард. Ну, давай 20 лет. Я не знаю, правда, не знаю. А, дней! А, ну правильно, пусть будет 20 дней тогда. 23 дня, а он ответил 2. А я вообще отвечал, блять, я вообще отвечал на вопрос, думая, что через сколько лет. Я сказал 20 лет, блин, ответил. И только сейчас я понял, какая это тупость, реально. Потому что, естественно, это гораздо быстрее бы произошло. Так, хорошо. Выберите территорию, когда-либо принадлежавшую Великобритании. Гибралтар, наверное, мне кажется. Да где-то там ближе все-таки. Камбоджа? Вот, Гибралтар, я все-таки был прав, да. Вот Декарту надо давать почаще играть, он умен. Ему в такие вопросы надо, реально. В какой из этих стран нет парка развлечений Дисней? Япония, США, В Японии, мне кажется, нет. Это мне как-то кажется... В Великобритании нет? Чопорные британцы. Я вот не ожидал, я думал, в Японии нет. Это было бы как-то логичнее, что ли. Какой город находится южнее? Ереван, Баку, Анкара, Тбилиси. Блин, блин, блин. Сейчас. Да. Я не успел ничего сморозить умного. Сколько лет проходит между событиями Белла и Максим Максимович в романе «Герой нашего времени»? Больше. Где-то около 20, да. Вот ближе к 20, наверное. А, нет, это ответ уже правильный. 5, мать его. Вот это я лоханул. Белла. Ну, Белла это там, где Печорин пытался соблазнить княжну, а Максим Максимович это там, где они... Там, где он украл какую-то женщину. Я уже плохо помню, герой нашего времени. Салат Оливье, какую-то он грузинку там украл или что. Известен под названием «Русский салат», по-моему. Да. Так. Сколько видов мышечной ткани в организме человека? Пусть будет 5. Супер, сударь, ответь, пожалуйста, 5. 3, да? 5? 4, сволочь, а? Вот сразу. В мышечных тканях разбирается. Не такой уж и алкоголик. Но он получает всего 100 очков, а я все равно в большом отрыве. В принципе, не страшно. Мне главное вот этот вот разбег сохранить до конца партии. То есть 700 очков от второго места, это круто. Как звали осьминога, который угадывал исходы матчей с... А не знаешь, что это вообще? Какой осьминог угадывал, господи. Сквидвард, блин, я бы ответил, будь моя воля. Количество томов? Ну, 12 пусть будет. Я предположу, что 12. Ого! 4, 12. Вот я бы ответил правильно и быстрее, чем за 8 секунд. 100%. Но мне не достался этот вопрос. Мне достался какой-то другой. Какой мне достался-то, я не помню. Черт, он меня догоняет. Надо что-то делать с Никитой. Никита взорвался. Вот правильно, суперсударь, правильно делаешь. Буйвол в качестве домашнего животного расположен, мне кажется, в Австралии. Но я... Нет, в Азии, наверное. В Азии, да, я вот подумал, что там, ну, наверное, вот всякие якуты там или кто там живет, не знаю. Вот мне как-то кажется, что там разумнее буйвола в качестве животного держать. Ладно, давай нападем на Никиту. В армии этого полководца впервые в больших масштабах применили консервы для питания солдат. Македонский. Я был уверен, что македонский. Мне даже кажется, что я слышал об этом. Наверное, перепутал что-то. Ну, наверное, я точно что-то перепутал, если ответ не был. Ну, еще раз тогда. Сейчас еще ему 100 очков дадим, он вообще со мной сравняется скоро. Бить врага по его примеру. 41-й год. Кутузов, Суворов, Чапаев. Кутузов, Котоб... А, нет, Суворов!
А, Чапаев? Блин, все перебрали. Никто не знал про Чапаева, блин. Я только знаю, что он утонул, и все. Ну все, ему теперь на меня нападать, и он... Так, один из главных героев романа Шолохова «Тихий Дон». Григорий Распутин, Григорий Мелехов, конечно, мать его. Не один из главных, а самый главный. Так, идем дальше. Сколько всего слов в записи полного имени Пабло Пикассо? Там до хрена, я точно знаю, там до хрена, там реально, там много слов. Я отвечу 9, но там может быть даже больше 10. Там Хунчо, Пабло, Экспаксио, там Грандо. Да, 9. Сволочь! Он как чувствовал, гад! Он знал это, наверное. Все, я на втором месте. Да, вот так вот. Вот так вот, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй, господи. Представляете, так хорошо идти, и в самом конце... Я, в принципе, знал-то, что ответ... Я приблизительно знал, что много, но все равно он знал еще лучше меня. В каком танце многие шаги и фигуры имеют французские названия? Танго, румба, пасодобль, венский вальс. Понятия, я даже ничего не буду говорить, я только сейчас наугад мог бы ответить. И я бы ответил, кстати, венский вальс, скорее всего. Ну, по крайней... Спасибо тебе, сударь! Спасибо тебе огромное! Смотрите, у меня есть шанс. Так, значит так, он сейчас нападет, и нет никакого сомнения, что он, наверное, нападет на него же, да. Какой архипелаг в Северном Ледовитом океане? Фолклендские острова. Да, Фолклендские острова. Сейчас проверим. А вот и нет. И опять суперсударь. Смотрите, суперсударь, спасибо тебе огромное. Так, 2100, 2200. А теперь смотрите, у меня 2400. Я на первом месте опять оказался. Я нападаю, я нападу на него, потому что он вообще глупее, по-моему. Наука, изучающая пресные водоемы. Лимнология, гемология, у меня нет подсказок, да? Орография, давай попробуем, я не знаю. О боже, а! Итак, он, блин, сволочь. У него на 100 очков меньше, чем у меня. И теперь нападает Никита. Вот сейчас вот... О, вот это ситуация, блин. Так, вид сценического искусства, основными выразительными средствами которого музыка и танец. Балет, оперетта, кантона. Ну, балет, наверное. Ну, музыка и танец, как бы, это логично. Ладно, посмотрим, как оно будет. Сколько клеток бьет ферзь, стоящий в углу шахматной доски? 8. Ого! Да до хрена! 21. 5. Супер сударь победил! Вы представляете себе? Да. Что тут поделать? Нет. Как? Стоп, стоп, стоп. Ничья? А почему ничья-то? А, он защищался! И получил 100 очков, и теперь ничья. Сколько Оскаров завоевал фильм «Миллионер из трущоб»? 4. Пусть будет. 8? За это говно? Есть! А ты все равно победил. Я думал, у него 8 номинаций. У меня крутилась в голове цифра 8. Кстати, «Миллионер из трущоб», ну реально, ну честно, не очень. Мягко говоря, не очень фильм. И все. И он меня выручил, этот и пляшущий индийский пацан. Пацан меня выучил. Вы поняли. Ну-ка. Так, что, еще одну длинную игру, наверное, надо попробовать. Две победы подряд. Неплохо. Две победы подряд. Сейчас еще одна длинная игра, и это как раз будет где-то серия на 40-40 с лишним минут. Игорек, Чипубелька, Ксюша, Рима, Артемон. Смотри, сколько там людей сменяется. Этот усилитель может быть использован... Итак, Марина и Эдни. Две мадамы. С двумя женщинами буду сейчас тягаться интеллектом. И сейчас мы проверим, правы ли сексисты. Глупы женщины или нет. Хотя, честно говоря, мой опыт показывает, что, как правило, нет. Они по час играют лучше меня. К примеру, меня. Ну и многих других мужиков здесь. Ну это же грустно совсем. Ну как это две женщины будут меня вот так вот... Давай в Сибирь отправимся. Две женщины будут вот так вот меня с двух сторон атаковать. Это разве честно? Мне кажется, что по правилам логики какая-то женщина должна быть посредине. А? Какая шуточка тоже, да? Вот очередная моя. В моем стиле. Хорошо, разбиваем территорию. Давай, Колыму бери. О, какая послушная. Слушается самца. И теперь вот сюда ставим. Хорошо. Что из этого сапоги, а не сандалии? Вьетнамки, ичиги, гетто, варать. Ичиги, наверное. Я вообще... Я вот эти три последних слова не знаю, правда. Ичиги.
Ичиги все-таки сапоги, но оно как-то звучит по-сапожному, по-зимнему, Ичиги. Мне так показалось, Марине тоже так показалось. А вот Эдни у нас в моде не разбирается. Идем дальше. Надо со всех сторон защищать крепость сейчас, первонаперво, потому что женщины вероломные и коварные, они сразу будут нападать, бить по самому слабому месту. Так. Надо было, наверное, с этой стороны ставить. Ну ладно, уже как сделал. Столицей какого государства является город София? Румыния, Черногория, Македония, Болгария. А, вот так вот, я не знал. Марина умна. Марина второй вопрос уже подряд отгадала. Ну ладно. Болгария, София, вообще бы не подумал. Выбери землю, да, вот теперь вот эту землю надо выбирать. Блин, вот здесь, вот с этой стороны надо огораживаться, она все знает, блин. Это вроде не опасно, а вот это вот реально опасно. Ну, нужно заранее тактику какую-то определять. Какой компании принадлежит Skype, T-Mobile, IBM, Microsoft, Apple? Я не знаю, какой компании, ну, блин. IBM пусть будет, я не знаю. Microsoft, да? Вот сейчас, походу, они так надо мной, наверное, угорают, что... Ну, я, это... Вот реально, мне хотелось ответить Microsoft, это логично, но я подумал, вопрос с подвохом, наверное. Видимо, нет. Видимо, надо отвечать так, как тебе кажется. Ну, давай, север уже, выбирай свой. Возьму я когда-то этот кусок территории или нет? Атакуют меня все сильнее и сильнее. Якутию убери. Опять слушает самца. Эдни, ты послушный, молодец. Боязнь испытывает страх. Блин, ну фобофобия, наверное. Как бы это логично. Да, да, это логично. Наконец-то Марина хоть... Стоп, или кто ответил-то правильно? Марина, блин, ответила опять правильно. Черт побери. Фобофобия. Вот это дурдом вообще, человеку с фобофобией жить. Ага. Ага. И вот так. Поехали. Кто начал наблюдать небо с помощью телескопа? Джордано Бруно, Иоганн Кеплер, Коперник, Галилео... Галилей. Да. Наконец-то Марина ошиблась. Вы представляете? Марина ошиблась, блин. Не могу поверить просто. И я на втором месте теперь. Благодаря ее ошибке. Завоевание. Поехали. Так, цифры. В каком году был построен первый автобан в Германии? 51, я не знаю. Что такое автобан? Автомобиль, что ли, какой-то? Что такое автобан, блин? 32-й, да? 51-й, 900-й, 76-й. А я победил. Я был ближе. Я, во-первых, вообще не знаю, честно говоря, значение этого слова. Я понимаю, что это, наверное, что-то элементарное для автомобилистов, например, каких-то. Но я вот не знаю. Так, поближе к Марине надо обосноваться. Нельзя позволить ей попасть к крепости, правда. Так, сколько процентов городского населения... Что в России по данным переписи? Ну, давай скажем, что 33%. Больше значительно. 33, 69, 74. А, ну правильно, городского, не центрально, городского. Блин, у меня почему в голове только Санкт-Петербург и Москва сейчас? Я привык быстро отвечать и не читать, блин, внимательно вопрос. У меня это идиотская привычка. Надо уже от нее избавляться. Скорость это, конечно, хорошо в этой игре, но не настолько. В каком году было впервые применено искусственное сердце? Ну, я так подозреваю, что где-то, блин, наверное, 73-й там. Или даже еще позже значительно. 53-й. Нет, все-таки хорошо, что я позже не стал. 86-й, 82-й, 73-й. Отлично, я все-таки вырываюсь вперед. Что это корень из X? Что это сейчас был? А что сейчас был за значок корень из X? Ладно, проехали. 2200 очков. Битва! Да начнется бой. Марина нападает, затем Эдни, а затем я. Да кого же она нападет? Ой, как интересно мне это знать. Даже не подозреваю. Под каким псевдонимом известна Норма Джин Бейкер? Софи Марсо, Белуччи, Монро. Мерлин Монро. Да, это я знал. Шерон Стоун. На сколько метров телебашня в Торонто вышли выше от Станкинской? Округните до целого. Пусть будет 20 метров. 13. А она сколько ответила? 25. Отлично. Я получаю 100 очков, и у меня уже 2300. А теперь надо напасть, причем напасть удачно, причем напасть на кого? На кого? Вот, 300 очков, тут больше. А, сейчас я еще должен пережить одну атаку. Ну, логично. Кто возглавил правительство РФ в мае 2012 года? Зубков, Путин, Медведев, Фродков. Стоп, я считаю. А!
А, Медведев, блин, я никак не мог сосчитать, сколько срок правления президента в России, блин. Мать его. Я знаю, что сейчас Путин, но когда он вступил на свой трон, я не помню. Видимо, позже. Ну что ж, тут сам Бог велел нападать. Какой из этих видов спорта не входит в программу Олимпийских игр? Шахматы, футбол, баскетбол, шахматы, наверное. Ну да, как-то странно, Олимпийские игры по шахматам, блин. Стрёмная какая-то хрень, по-моему, должна быть. Мне кажется, что все судьи просто уснут, блин, в Олимпийском комитете, пока будут ждать, как 2 часа какой-нибудь Каспаров рожает следующий ход. А кто сыграл главную роль в ремейке гангстерского фильма «Лицо со шрамом» в 1983 году? Мне даже не надо читать варианты, я это знаю. Оливер Стоун был сценаристом этого фильма. Американская... О, черт! Успел! 30 секунд до Марса. Я это знаю наверняка, да. 32 секунды до Марса. Тоже неплохой вариант. 2 seconds to Mars. Ну, как-то, правда, ту-ту как-то. 2 seconds to Mars как-то. Ту-ту звучит, ну, странно немного. Ну, ладно, и так сойдет. А 200. О, 400 очков. Ну, конечно, сюда. Что в переводе с чукотского слова «умка»? Медвежья берлога, маленький медвежонок, полярная звезда, белый медведь. Ну, маленький медвежонок. Мультик такой там просто есть. А, белый. И все мы лоханулись. Все мы смотрели мультик про умку и думали, что это маленький медвежонок. Ладно. Марина нападает. Где як в дикой природе? Монголия, Алтай, Тибет, Якутия. Як, Якутия. Это было бы логично, но нет, Тибет, наверное. Да, я тоже так подумал. Ну, сколько раз Евгений Плющенко становился чемпионом? 3 раза пусть будет. А реально, сколько? Я не задавался вопросом. Может быть и чаще. Ничего себе! 3? Реально 3? Хорошо же я ответил, а? Я думал 5 еще ответить. Ну, слава богу, хоть хватило ума. Так, 2600, надо теперь... Смотрите, меня с двух сторон долбит, а я все равно лидирую. Ну так я поимею этот кусок или нет за 400? Александрийский маяк находился на острове... Фасос, Лемнос, Фарос, Лесбос. Давай Лесбос, прикольное название. Фарос, да? Ну, я хотел, чтобы он на острове Лесбос находился. Хотя на острове Лесбос не может находиться ничего, что напоминало бы фаллический символ. Потому что все-таки маяк, он как-то немножко фаллический, а Лесбос это Лесбос, да. Какие цвета имеют углы ринга, где боксер отдыхает? Зеленый, красный, желтый-зеленый, синий-желтый, красный-синий. Вот, кстати, прямо как у нас сейчас. Красный и синий, смотрите. Даже с двух сторон. Рецепт салата оливье в каком году? В 1888 пусть будет. Ну, что, наверное, давно, да? Было. 94-й? Отлично! Просто отлично. Это она нападала, да? Кто нападал сейчас? Она нападала, и у меня 2700. Хорошо. Хорошо, держусь. Пока хорошо держусь. Ну, когда тебя так атакуют постоянно, довольно тяжело на самом деле продерживаться. Даже против двух прекрасных дам. Выездной сотрудник средств массовой информации. Корреспондент? Ну да. Так, идем дальше. Сколько раз в жизни цветет растение агавы? Пусть будет 1 раз. Я не знаю, сколько раз оно цветет. Наверное, если такой вопрос задали, то 1 раз, да. Действительно 1. Ничего себе! Ничего себе! И она знала, и я знал. 1-1-1. Да, все знали. И компьютер тоже знал. Ну хорошо, я нападу наконец-то или нет? В какой-то веке. Я хочу уже отогнать хоть кого-то. Автор знаменитой картины «Богатыри». Васнецов, Бруни, Заболотов, Брюлов, Васнецов пусть будет. Ничего себе! Я думал, честно говоря, Репин, блин. Потому что, по-моему, Репин каких-то богатырей рисовал. Но тут такого варианта и не было. Ну нападу я уже. Я хочу уже этот. Где город Американо? США, Перу, Бразилия, Мексика. Да! Наконец-то я получил этот сраный кусок за 400 очков. Боже мой. Давай. 3300. Ох, ни хрена себе. Ни хрена себе, как я отжигаю. Ты посмотри, меня с двух сторон постоянно атакуют. Шансы абсолютно не равны, а я все равно. Еврейский хлеб. Горбуша, бублик, батон, маца. Я просто чувствую вот что-то еврейское в этом слове. В каком году была «Русская правда» Ярославичей? Блин. Может так. 1072. 1500. Отлично. Ну, да, я надеялся на то, что они уйдут куда-то, знаете, в сторону эпохи Возрождения. Значит так. И кто теперь? Эдни нападает опять на меня. 3-4 минуты уже играем, смотрите. А победа-то не за горами. Главное, чтобы крепость не выбили. Рождественские повести этого писателя. Большое влияние. Так, ну понятно. Чарльз Диккенс.
Тут, собственно, и думать нечего, да. Томас Харди? Я такого актера знаю, честно говоря. Писателя не знаю. Артур Конан Дойл в 1815 году пусть будет. Хотя он мог родиться и в 18 веке. О, я его даже слишком рано. Да, ну, тут я уже проиграл. Я уже почувствовал, что проиграл сразу, как только мне дали правильный ответ. Итак, плохо дело. Я могу все просрать буквально сразу. Ну хорошо, по крайней мере, зато я как бы небольшая интрига теперь появилась. Шелленберг в фильме «17 мгновений весны», Куравлев, Евстигнеев. А я, кстати, никогда его не видел, представляете себе? Это правда. Не знаю, вот правда не знаю, никогда его не видел. Все, вот под, ближе к концу игры меня начинают просто долбить. По полной про... Уже 2900, 2200, хорошо. Значит, надо нападать на Марину. Нападаем, так и делаем, а что делать? Брантология, облака, гром, дождь, ветер. Ну как-то мне показалось так, не знаю. Гром. Сколько часов погружения батискафа на дно Марианской впадины? Пусть будет 5 часов. А как бы... Ого! Отлично! Ну я победил. Я однозначно победил. Я и раньше ответил, и правильнее ответил, поэтому... Значит, да. Марина опять уходит на дно Марианской впадины, да? Представь себе, что ты батискаф. 5 часов тебе там находиться. А я вот 3300 очков. Отгоняю эту от себя. Территория какой федеральной земли со всех сторон огружен? Берлин, Бранденбург, вот это. Да. И вторую тоже отогнал. Ну, блин, ну какая Саксония? Ну, Бранденбург же. Вторую тоже отогнал. Отлично. Все, они обе ко мне тут пристроились, и я обеих прогнал опять. И теперь, правда, теперь они опять на меня нападают. И она сейчас будет нападать на крепость, наверное. Потому что сейчас мы можем нападать на крепость. Нет, не будет. Кто не писал сказки? Не знаю, я вообще не знаю. Ну, вот пусть этот будет. Я не знаю, правда. Абсолютно не знаю. И она, судя по всему, тоже не знает. Никто этого не знает. В общем так, у Марины есть шанс только разбить чью-то крепость. Почему они этого не делают? Это же можно. Можно же в финальном туре напасть на чью-то крепость. Футбольный клуб «Юность», «Ювентус». Так, ну и посмотрим сейчас, что будет по цифрам. В каком году скончалась Мерлин Монро? Ответим так. А она может это знать. Женщины как-то разбираются в этой теме. Нет, я все-таки на один год опередил. На один год. На 9 лет. Я на 9 ошибся, она на 10. Ну вот, 3800. То есть, просто, ну, по-моему, блистательная победа. Говорить тут абсолютно не о чем. Смотрите. 37 минут. Ну, я думаю, что нельзя же все время только выигрывать. Надо и проиграть. Сейчас последнюю обычную партию сыграем. И, наверное, я ее уже, по идее, должен просрать. Потому что, ну, 3 победы подряд, это уже неплохо, на мой взгляд. Это как раз будет примерно на 10 минут. Серия будет длиться где-то около 50 минут. По-моему, неплохо. Натали Фил, Декарт и Лагунков. Выбор базы. Поехали. Поехали. Давай. Я посредине. Конечно, как же иначе. Кто бы сомневался. А все значительно стало крупнее. Завоевание. Сколько миллионов долларов составил бюджет фильма? 220 миллионов. Пусть так. Я на самом деле, конечно, их не считал, но мне так... 300, да? Ничего себе! Вот это ты, конечно, молодец, Лагунков! Это как? Ну, это, наверное, угадал человек. Я не думаю, что он знал это наверняка. А было бы смешно, если бы я тоже ответил 300. Тогда это... Подожди, а та подумала, что 2 миллиарда получается. Она ответила 2500. 2,5 миллиарда долларов. Ни хрена себе получается у нее. Так... Ну, Колыма, давай, на Колыму. Не хочет, на Прибалте. Какой-то прибай. Ну, давай вот тут вот, например, закроемся, потому что тут уже поздно. Так, все, 1200 очков есть. Сколько Италий помещается в Монголию по площади? Наверное, поменьше, 2, наверное. А, 5. 4, 5, да блин. Теперь это издеваются они, что ли? Но мне все равно один кусочек достается. Так, неплохо, по большому счету, все развивается. Ну, как бы, ну, вперед. Как долго он там рожает, блин. Она, ну да, ну тогда все понятно.
Слушай, ты в самом деле, ты не квартиру обставляешь. Давай уже выбирай, молодец. Все. И ты, Лагунков, не тормози. А, нет, сейчас я буду, да? А куда мне? Вот я сюда, наверное. Хотя бы тут защищусь от него. И посредине такой четкий кусок. Градации цвета вина предусмотрено в России. Блин. Не знаю, три пусть будет. Я не знаю. Я не разбираюсь в алкоголе. 3, 2, 3, 12. Отлично. Ну, наконец-то я получаю два куска территории. Боже мой, свершилось. Кстати, у всех ничья. У всех поровну, и сейчас я вырываюсь вперед. Ну, я думаю, мне сейчас автоматически распределиться. Нет, не распределиться, смотри-ка. А надо бы. Надо бы распределить автоматом. Тут же вот две соседние территории. Туда же я уже не могу пойти, правильно? Вот. Ну и сейчас, получается, кто получает? Натали, да? Ну, рядом с крепостью куда-нибудь поставь. Чего тут думать? Вот сюда на Колыму давай. Ну или сюда, да. Отлично. А сейчас идет... А сейчас идет как? На несколько минут удаляется хоккеист, наказанный большим штрафом. На сколько минут? Ну, на 15, может быть. Сколько там матч-то идет? На слишком много минут-то удалить, наверное, нельзя. А, даже меньше. 10. 5. Понятно, я не получаю ни одного куска территории. Сейчас будет ровно ничья. Вот смотрите, сейчас у всех будет по 1800. Обалдеть, мы прямо лоб в лоб идем. Вечно вот, как только начнешь выиграть, какой-то сраный хоккей, футбол, еще что-то в этом роде. Ну, тут думать нечего, здесь, естественно, крепость надо защищать. Ты чё наделал? А, тут все равно соседство идет. То есть не имеет значения, да? Ну ладно, хорошо. Если так, то хорошо. Наконец-то, поехали, да? Давай, решим сейчас все разногласия. Ой, тут быстро будет. Мне даже непривычно аж смотреть вот на этот экранчик, так все быстро происходит. А, на кого, на кого, на кого? Кто умнее, кто... Ей, давай сюда давай нападем. Какая битва положила конец распространению Тевтонского ордена? Ёлки. Пусть это будет. Я вообще не понимаю, о чем речь. Что это за Грюнвальдская битва? Ну, ладно, пусть так. Все, значит, я вывел Натали вперед так, ну, своей тупостью. Сейчас еще Лагунков нападет, как отхватит у меня кусок территории, так и вообще в жопе окажемся. Ну, в принципе, я же этого и хотел. Я хотел испытать себя, смогу ли я... как бы, проиграю я в четвертый раз или нет. Три раза уже победил. Да, это легкий достаточно вопрос, я мог бы ответить. Сколько звуков... Ёжик? Три. Три звука. Три звука. Е-о-ик. И, то есть, ну, три звука. Что? А, звуков вообще. Ну, правильно, конечно. Ж и К, это же тоже звук. Я почему-то подумал, речь идет о звуках гласных букв. Вот я не знаю, почему мне это в голове сработало так. Вот я дурак. Ладно, хорошо, что я не отвечал на этот вопрос. Это было бы довольно тупо. Родители Каина и Авеля. Ну, Адам и Ева, блин. Адам и Ева были родителями Каина и Авеля. Что тут думать-то? Саул и Анна, ответь, я тебя прошу. Ответь, Саул и Анна. Это будет очень весело. Все-таки сообразила. Зачем ты сообразил? И какой будет дальше вопрос? В 19-м англо-афганских? Три пусть будет. Три? Пять? Есть, отлично. Она чуть-чуть раньше ответила, я это слышал, что она раньше пустила стрелу. Поэтому я забеспокоился. Но нет, все-таки я получаю 1900 очков и выхожу на второе место. Ага. Так, так, так. Что ж ты будешь делать, а? Отлично, я отдыхаю. В каком городе заработала первая атомная электростанция? Ну, я бы ответил Нью-Йорк, но мне кажется, это подозрительным, да. Скорее всего, это действительно какая-то такая залупа, как вот из этих вот других городов, которые были выбраны. Ага, понятно. Какое название ткани существует? Шотландка, американка, итальянка, немка. Ткань шотландка? Бам! Я не знаю. Я не знаю. Правда. Пусть так. Американка! Точно, американка. Нет, шотландка, смотри. В общем, я вообще, получается, без вариантов. О, Натали вырывается как вперед, а? Очень сильно вырывается. Про ткани какие-то пошло. О, я уже на третьем месте. Хорошо, значит, наверное, в этот раз действительно просру. На кого бы напасть, действительно? Наверное, на того, у кого 400 очков.
девятку на конце ищем. 9, 9, 9, что? Вот это. Да? Или нет? Или вот это? Кстати, я мог и ошибиться сейчас. Серьезно. Я только по концовкам ориентируюсь. А, нет, правильно. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Так, 44 минуты уже играем, но все близится к финалу. Да вы достали уже со своими, блин, цифрами. Ну давай, я не знаю. 207 давай, я не знаю, правда. 2007. Она знала, она разбирается в этих цифрах. А я почему-то, я подумал, что М и М это по сотне надо прибавлять. Типа, и получается 200. Ну ладно. Долбанные римские цифры. Я все никак не могу вырваться, блин. Хотя бы на второе место. Так, кто из этих музыкантов прославился игрой на трубе? Луи Армстронг. Луи Армстронг. Да, ну это легкий достаточно вопрос. В каком году Карл Фаберже начал свою знаменитую серию яиц Фаберже? Да, я предположу, наверное, что это был 1910 год. Ага, хреново я предположу. Нет, ну кстати говоря... Не, я бы все равно... У нее все равно ближе было, блин, чем мое предположение на отречку. Посмотри, какая она умная, а. В общем, мне остается, наверное... Да, я уже вижу, что я не смогу выиграть таким обычным методом. Мне надо только нападать на крепость. Чтобы нападать на крепость, нужно туда прорваться. Полоскун — это вид. Выдры, бобра, енот... Енот-полоскун, конечно, господи. Вон, сидит у меня там в шкафу полоскун один. Сколько передних зубов резцов у бобра? Сейчас проверим, насколько я прав. Я, конечно, ответил очень банально. 2. Это, наверное, неправильно, но... Она вот прям что-то гуглит там активно или с энциклопедией сидит. Я не знаю, что она так долго думает. 4. 2. 4. Реально такое ощущение, что человек гуглит. Она так долго думает, думает, а потом дает точный ответ. Как бы подсказки-то можно один раз только использовать, но она постоянно так делает. Поэтому я уже не верю, что это там подсказки, не подсказки. Ага, я опять отдыхаю. Летние Олимпийские игры в 1936 году проводились где? В Берлине, в Риме, к Стокгольме, в Мадриде. Давай ответим Берлин. Почему бы и нет? Я так предполагаю, что прямо это было бы довольно забавно. Прямо перед началом. Ну как, не прямо перед началом, но все-таки почти перед началом Второй мировой войны провести в Берлине Олимпийские игры. Да, и так оно и есть. Надо реально на крепость, да. Как звали гиппопотама в мультфильме «Мадагаскар»? Джулия, по-моему. Хотя, вот, блин, я только помню, что льва звали Алекс. Ой, господи, я пнул только что системный блок. Глория, да? Ну, не угадал никто. Никто не знал. Я тоже думал, что Джулия, мы с Натали бы лоханулись оба. На крепость надо нападать, другого шанса нет. Какой из этих альбомов принадлежит Мадонне? Эротика. Так, эротика принадлежит. Твою мать. У меня тут вылез сбоку антивирус, кстати говоря. О, ну это, кстати, по-моему, это не попадает на запись, честно говоря. Рамка бандикама как раз рядом с тем местом, где граница. Чем отличаются друг от друга цвета с точки зрения физической оптики? Длиной волны. Правильно? Если я не ошибаюсь. Да, длиной волны, отлично. Так, вторую башню сейчас у него подрываю. И будем надеяться, что получится. Какой актер сыграл роль маршала Жукова более чем в 10 фильмах? Ульянов пусть будет. Мне так кажется, я вроде как что-то слышал об этом. Хотя я сомневаюсь. Наверное, нет. Ну, посмотрим. Ну, давай, Ульянов. Ну, было бы так здорово. Нифига себе! Вы представляете? Смотрите. Смотрите, что сейчас будет. Вся его территория отходит ко мне. У меня 3300 очков. И все, битва завершена. 4 победы. Вот так вот, ребята. Мои поздравления, в твоей деревне поселилась новая семья. Потрясающе. Да завались ты. Оружейный склад пошел нахрен. Ой, миссия уже начата. Вы представляете себе? Я даже боюсь представить, как эта вот соперница, я не помню, как ее зовут, как она сейчас на себе рвет волосы. Она была уже уверена наверняка, что она победила, я так в конце ее отодрал. Ладно. На этом заканчиваем. Ух, 40-50 минут практически играем. 4 победы, я никогда такого еще не припомню, чтобы я все время только побеждал. И, в общем, если вам понравилось это видео,
Подписывайтесь на канал, комментируйте это видео, ставьте ему лайк за такое количество побед, за такое проявление интеллекта, грех не поставить. Также открывайте описание к ролику, там куча плейлистов на кучу игр, ссылка на группу ВКонтакте, вступайте в нее. Прямо сейчас перед вами плейлист на рубрику «Качаем мозг», где вас ждут другие видео по Тривиадору, которых я снял уже приличное количество, точно сколько не помню, но достаточно. Смотрите, наслаждайтесь и всем счастливо, всем удачи, всем пока.